ШСГ-101. Шасси вездеходное, снегоплатоходное, гусечное. Грузоподъемность 12 тонн. Двигатель ЯМЗ-238 ND4. Дизельный. 250 лошадиных сил. Механическая коробка передач. На раме смонтирована кабина со спальником от КамАЗа и двигателем. Сзади кунг для оборудования. На каждый борт по 4 опорных пневмоколеса. Доступный брод до 1050 мм. Подъем до 30 градусов. Давление на грунт с грузом 30 кПа. Объем бака для дизельного топлива 1000 литров. Используется для передвижения по слабо несущим грунтам. Пески, болота, тундра, заболоченные низины. При температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 40 градусов по Цельсию.